только что закончился файл, мы с вами просмотрели очень интересное очко. Продолжается второй сет. Грамотно играет Алехандро Торризоне, он легкий, подвижный и технически выполняет правильные удары. Рановато пошел к сетке, рановато. И перекладка по прямой у него была все-таки достаточно высокой горкой. Надо играть более плосковато, быстрее. Мяч, когда переходит на горку, он... Интересный теннис. Интереснейший теннис, друзья, мы с вами наблюдаем. Интереснейший теннис. Расстроен Алехандро, но сам виноват, заигрался. Немножко надо терпеть. При счете по 3. При счете по 3 во втором сете подает Джайме Сарагоса. 2 мяча. Прием не успевает выйти из подачи Джайме. 0-15. Вот сейчас ключевой гейм. Как отрабатывает Педро Кабахо Санчес. Очень хороший теннис. Мужской забивает. Подсел Джайме. Круг у него надежнее.
торопится немного Педро Кабахо Санчес. Отдает свою подачу. Непонятно, что тут происходит со счетом. Дает двойную. Смотришь четвертый корт. Тенек, вот туда садись под грибок, вон где люди. Я не могу сказать, что со счетом. Не могу сказать, что со счетом. Такое ощущение, что юноши забыли передвинуть счет. На табло 3-2 в пользу Алехандро Торризоны.
как быстро играет Алехандро Торризона, как он играет быстро. Быстро, спокойно, плосковато, низко на Троссон и Джайми Зарагоса не справляется. Не справляется с этой скоростью. Подачи, но юноша продолжает играть. Ну, в резачки играть с Алехандро тяжело. Вот и вся игра. По месту плосковато, так как надо. Нет шансов. Правильно все играл Алехандро, правильно. Как четко играет Алехандро, как четко играет Алехандро. Причем так мяч уже уходил за боковую, ощущение такое было после удара Джайми. Но безупречный укороченный удар на чувство мяча. Атлетизма не хватило Алехандро. Но юноши ходят, и мы пока что перенесемся. Тут очень интересная история развивается.
юноши на обоих кортах, и на третьем, и на четвертом берут определенную паузу. Педро Кабахо Санчес сейчас ласковатым ударом. Четко в темп. Четко в темп. Как играет Алехандро Таризоне. Как он играет. Фантастика. В темп. То, что надо. Вот что значит грамотно обученный ребенок. Ну, мы, к сожалению, этого очка с вами не видели. Так, что у нас происходит? Что у нас происходит со счетом на корте номер 3? А, на корте номер 3 интересная история. Марио Манзилла пока что ведет со счетом 6-5 в первом сете. А, здесь у нас счет, так, 3-4, что ли, 2-4, не знаю, не могу сказать. Такое ощущение, что мяч не попадал, но вот как-то так. Классическая игра в исполнении Алехандро Таризоне. Ласковатые удары драйвами за счет техники. Подлево, потом длинный подправо и все. Не справляется Джайми Зарагоса с такими мячами. Берет Алехандро Таризоне очередной гейм. Такое ощущение, не знаю, какой там счет. Или поменяют нам дети или нет счет. Нет, они в игре, счет не меняют. Мы смотрим пока, что тут интересная история. Yeah.
Марио Манзила подает на сет. Берет очко. Педро Кабаха Санчес молодец, тоже работает. Ну, уважаемые друзья, смею вам заметить, что один из победителей турнира играет на корте номер 2. Там, где встречаются Марио Пена Гарсия и Диего Агусто Барето Санчес. Кто из них, кто, я не могу сказать, но какой юноша демонстрирует теннис фантастический, это просто что-то с чем-то. Мы с вами этот матч еще посмотрим. Пока что продолжается, подает на матч, вернее на первый сет подает Алехандро Торризоне. Плосковатая техника. На растяжках играет. Итак, уважаемые друзья, первый сет Марио Манзила Диас берет со счетом 7-5. Здесь у нас с вами что происходит? Сейчас вам скажу, что со счетом. Наверное, со счетом 5-2. Со счетом 5-2 идет во втором сете Марио Манзила Диас. Разваливается соперник. Потом
Алехандро Торризоне не нужно играть в этот теннис. Ему нужно играть свою плосковатую игру. Укороченное было такое не очень, не фонтан. Со счетом 6-2 Алехандро Торризоне берет второй сет. И в такой игре мы видим, что шансов у соперника нет никаких. И сбывается мой прогноз. Четко сбивается мой прогноз. Четко сбывается мой прогноз. Ну, уважаемые друзья, здесь мы пока что прекратим нашу запись. Счет почему? Счет 6-4. 6-4.